Здорово живете. Смотрите, ребята и братья, что нам тут выдали на работе. Разрешение до 15 мая 2020 года. Фамилия, имя, отчество, печать организации, COVID-19, действительно при определении документа, удостоверяющего личность. Сзади вот смотрите, адрес регистрации, адрес места нахождения, вид деятельности работодателя, контактные данные работодателя, место осуществления деятельности работника, график работы. Ну вот и вот такие вот дела. Теперь паспорт с собой носим, ребят. В общем, весь шлейф документов. Там показали видео, очередь бешеная в 13-м там лицее. Вот там этот выдает от Пролетарского района, там, как говорится, наша глава Пролетарского. Там вообще очередь, скандал, как всегда, движуха.